номер 176-58 от Мыло Опт. Давайте же посмотрим, что мне пришло. Я в заказе заказывала тару для косметики. Мне очень нравится, что можно делать заказ не тысячами, а брать столько, сколько тебе нужно, хоть одну, от одной штуки. И цена все равно будет не очень меняться. Я постараюсь ее побыстрее достать, чтобы не задерживать вас. Мыло Опт всегда делает скидки своим постоянным клиентам. И у них есть такая услуга, как бесплатная доставка, что тоже очень приятно. Щелочь для мыла варить. Тара, тара и снова тара. Мы до наших экстрактов. Экстракт сафоры, экстракт чабреца, экстракт розы, экстракт вербены. Напомню, что это CO2 экстракты, которые Мыло Опт представлены в широкой гамме для любого вкуса, и желающие варить косметику в домашних условиях могут подобрать любой для себя экстракт. Фукуса экстракт, экстракт концентрат вербены, все это CO2, алоэ вера, экстракт концентрат лаванды, экстракт пальмар, это не экстракты, ага. Так, прошу прощения, ага, вот экстракт отбеливающий, это комплекс CO2 экстрактов, специально направленный для продуктов для отбеливания кожи. Депантенол натуральный. Это я взяла, хочу провести небольшие эксперименты. Натуральные 100% отдушки. Хочу посмотреть, что же это такое. Производитель Испания выпускает на рынке очень качественные, я о них много читала. Они на основе экстракта ванили натурального делаются и эфирных масел. Это эфирное масло пальморозы. Это антивозрастной экстракт. Экстракт для укрепления контура век. И еще одна душка производства Испании, натуральная, с эфирным маслом жасмина и натуральным экстрактом ванили. Многие покупатели хотят, чтобы что-то пахло в мыле, поэтому будем пробовать и проверять, не вредя здоровью. Также кофеин и аллантаин натуральный. Спасибо Мыло Опт за оперативность и качество обслуживания. До свидания.